Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, опять ежедневки? Давай посмотрим. Нанесите 20 единиц урона героям бесячеством. Выиграйте 2 игры растением-героем и выиграйте игру растением-героем-умником. Растением-героем-умником. Так, ну, вначале нанести урон бесячеством, да? 20 единиц. Что там у нас за две новые карты? Ага. Карта на пиратах. Попробуем, ребята. Авось получится, авось и не получится. Блин, ну почему колпак? Сразу же ночной колпак против меня еще. Ох. Ну, давай так попробуем. Понятное дело, у меня нет первого хода. Дальше, наверное, этого поставим. Ну, понятное дело, будет сейчас грибы свои сюда ставить. А, рикошет у него был. Хитро, хитро. Что, если я вот так сделаю? Хм, ландшафт влепил, да? Он влепил ландшафт сюда. Ну а что мы можем сделать? Нам надо вот это оставлять, поэтому вот так сделаем. Серьезно, что ли? Ну, допустим. Что дальше-то будем делать? Ну, ландшафтом поставит. Допустим. А он его поставит наверняка. Что если я сделаю вот так? Да ладно, ты хочешь сказать, что у тебя больше ландшафта нету? Конечно же есть. Это вот у меня больше ландшафта нету. Наносит 3 единицы урона. Блин, если у него этот гриб будет, то будет плохо, друзья. Есть, ландшафтик достал, ребят. Так, ну что? Поставим вот так вот. Я не удивлен. Сейчас начнет бомбашить. Опа, что у нас сейчас выпадет? А, у нас ничего не выпадет, потому что... Ну давай, веселись. Пока веселиться тебе. Все, веселье закончилось. Походу дела довеселился парнишка, да? Все? Так, ну что, ребят? Жить?
Пум-п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 ум. Поехали. Допустим. Хлоп. Дальше что? Грибочек, да? Окей. Вот даже как. Вот ты даже как, да? С воды, наверное, уберем. Усы. Вот так вот сделаем. Поехали. Ну, три в лицо получим, понятное дело, ребят. Сейчас будем выставлять вот этого перца. Вот так даже. Ну, пошел, пошел с грибами своими выловать. Так, 4 и 2. 6 и 6. Ну, все зависит от того, что у него там. Сколько? И рикошет. Поехали. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну что, ребят? Нет. Нет, какой подарочек ему еще, блин. Ребят, ну какой, блин, может быть подарочек, а? Нет, 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 не надо только, блин. Все, трындец, ребят. Если ему сейчас выпадет какая-то... Он же поставить не может сюда? Нет. Блин, на воде. Эх. На воде у него оказался. Ну, что, ребят, сделаешь? Поставили мне колпак, видишь, ночной. А был шанс, ребят, выиграть. Если бы он бы не... Откинул бы мне моего зомби. Пирата. Он бы уже бы давно бы проиграл бы. Окей. Ну что так долго ищем противника-то? Ну серьезно. Какие-то проблемы из ничего делают просто. Неужели? Не... Так, зубостизила. Хилочки, да? Наверняка ведь хилочки. Я даже больше чем уверен, что это хилочки. Будем потихонечку. Мы знаем, что у забастизилы нету. Да-да, нету. Посмотрим. Сможет захомячить?
Конечно, сможет. О, как. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Что же он там предпримет? Давай сделаем, наверное, так вот и вот так. Сюда бомбанен, да? Поехали. Как тут лучше сделать мне? Давай посмотрим, что у него там найдется. Ох ты! Так, это пока не нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус один-один по земле сейчас сделает. Ребята, сейчас сделает. А, нет, добор. Всего лишь легкий добор. А если вот так сделаю? Блин, немножко тупанул. Немножечко, ребята, тупанул. Все равно это погибнет, да? Да. Погнали. Эх, сейчас еще защита, блин, сработает тут. Минус один-один по земле сделаешь, да? Делай, делай. Ну, этого я ушатаю. Вопрос только как. Его можно откинуть. Его можно откинуть, либо же заморозить и бомбануть потом. Но лучше все-таки откинуть. Посмотрим. Ну, я не удивлен. Бомби, бомби. Такс. Это у нас... Ага, понял. Роза. Ну что, ребят, кого откидываем? Этого? Не, наверное, розу. Откидываем розу. А здесь ставим вот так. Поехали. Три хп остается. И вот так. Угу. Поехали. Поехали.
Ну, я даже не знаю, ребят. Всех зомби на земле уничтожает он. Нафиг мне вот эту... Ага. Поехали. Окей. Отлично. Сделаем вот так. И пока никак. Нет. Нет. Да какой, блин, страус? Я про него и забыл. Или это у него второй? А, это второй у него страус. А вот это хреново. Почему я не поставил этого, а? Скажи. А, если бы я здесь поставил этого, он бы наверняка его... Ну-ка. Не подведешь меня, малыш? Ты подведешь ведь, да? Подведешь ведь? Я уже забыл, что там у забастизила еще-то за карта. Хил, хил. Точно, ребята. У нее здесь хил. Опа. Опа. А как тебе такой расклад? Смотрим, друзья. Неужели выкрутится? Сейчас прикинь, бонусная атака у него будет. Ха-ха-ха, нет у него. Нет у него бонусной атаки. Или есть? Нет, парень, этот фокус не прокатывает здесь. Такой фокус не прокатывает. На. Фью. Ну вот это, конечно, он круто придумал. С прокачкой картофельного страуса. Это, конечно, да. Надо на заметочку взять такой расклад. Так, выиграйте две игры растением-героем. Так, и героем-умником. Так, ну что, попробуем за зубостезилу номер 4 сыграть. Так, у меня называется эта колода. Ну что, соперника нашли. И это у нас Земех. Это у нас Земех. Окей. Блин, немножко, конечно, фигонько. Я знаю карты у Земеха, у него две атакующие заклинашки есть, которые наносят по 3 урона. А одна еще, помимо того, что 3 урона, еще и по единичке каждому. Но будем надеяться, что все-таки мы сможем здесь отбиться. Так, солнечный ожог. Не совсем то, что мне нужно. Ладно, фиг с ним. Сумоиста поставишь, нет? Сумоиста он не стал ставить. А что же ты заклепаешь тогда? Я, наверное, пока... Ну, давай проверим. Вот так я поставлю. Пускай он заклинание свое тратит. Я знаю, что оно у него есть. Молния там или еще что-нибудь в этом роде. А, у него валун. У него, оказывается, есть валун. Хорошо.
Спортивная колода. Вот, значит, как решил, да? Спортивная колода. Давай я так сделаю. Друг друга тут уничтожим. Угу. Так, это неплохо, пригодится. Что же мне сделать? Как мне быть? А ландшафты, я думаю, не стоит пока ставить. Или стоит, давай я сюда поставлю. Просто посмотрим. Не удивлен. Абсолютно не удивлен я этому. 6 энергии мне нужно накопить, чтобы бахнуть их здесь всех, чертовой бабушки. Угу. Ну, этого-то чудилу в любом случае надо уничтожать. Отлично. Ха, все-таки потратил молнию, да? Все-таки потратил, окей. Вызвал. Че, тратить или не тратить, я вот не знаю. Тогда тратим. Тогда лучше потратим. Рыцарь. Рыцарь у него. Так, я так вот сделаю. Но пробить я не пробью его. Пробить я его не пробью. Но ландшафт я поменяю. Кто там у тебя? Гаргантюа. Вот так вот, да, ты решил сделать? Угу. Конечно, грибочку этому крышка, наверное, настанет. У нас есть с тобой хил, у нас есть гриб. Так, он ставит. Зачем он сюда мышеловку? Вот зачем он мышеловку сюда ставит, я, ребят, не знаю, если честно, это. Но как по мне, это глупо. Может быть, у него какие-то планы по этому поводу есть. Которые только ему известны. Угу. Ты смотри-ка, что вытворяет, а? Ты смотри, что он вытворяет. 8 атаки, что ли, прописать ему, как думаешь? 8 атаки или же... Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Просто хочу посмотреть. Вот ты как, да, значит? Ну что же, ладно. Этот, конечно, погибнет у меня.
4-4-8, да? Вот этот добьет. Вот этот вот добьет. Но мы в лицо ему 7 врежем. Так, теперь что? Наивный, ей-богу. Сделаем так. И вот так. Все. Готов, хлопчик. Ну что, победа за зубостизилой. Выиграйте героем-умником. Блин. Так, друзья, ну что, продолжаем играть в растения против зомби героя. Все, что мог, я посливал уже. Как видишь, я опустился до ноля из-за вот этого вот ореха. А почему? Потому что я хотел выполнить вот это задание. Выиграйте игру растением героем-стражем. В принципе, вина не его, а вина в том, что все противники, которые мне попадались, у них не было надгробий. А этот орех у нас имеет, блин, целую кучу могил и вот этих едов. Уберем нафиг лишнее вот это все. И поставим что-нибудь другое взамен. Вот что тут лучше поставить? Я даже не знаю, если честно. Стража? Вот этого. Или что? Ну, давай, допустим, сделаем так. И вот так. Поехали, попробуем. У меня, видишь, нету там ранней игры. Все какое-то запоздалое. Слишком поздно. Я уже думал, сейчас опять бессмертие. Я проигрываю бессмертие, ребят. Постоянно проигрываю именно бессмертие. Ну, допустим. Допустим, оставим пока все как есть. Такс, орех. Беззащитный маленький орешек здесь у меня будет стоять. Причем, смотри, я убрал могилки, да, могилоедов. Я сейчас нисколечко не удивлюсь, если он будет выставлять зомби в надгробиях. Понимаешь, да, чем я? Угу, конечно. Держи карман шире, парень. Держи шире карман. Ну вот. О чем я и говорил. Стоит только убрать могилки, все, начинается. Думай, Рэйчик, что будем дальше делать? Хм. Скорее всего, здесь пират. Скорее всего, ребят. Проверим. Ага. Нифига тут не пират. Ты посмотри, как-то у него тут. А вот это он тупо сделал. Вот честно тебе скажу, это тупо он сделал. Я бы лучше бы уничтожал бы крахмал на его месте. Ну, 3-4 уровень, что ты хочешь? Он, наверное, еще не шарит. Опять? Ну, давай вот так вот сделаем. Говорил. И, наверное... Так. И вот так. Что там у тебя? Угу. Ну, допустим.
Этого можно убрать через ландшафт, в принципе. Поставим вот так вот и вот так. Ага, еще такой же зомбарик здесь появился. Сюда, что ли, бонусную атаку уж сделать? Шило на мыло он поменял, вот что я могу сказать. Шило на мыло. Орех. Ну, конечно, вот этот чудик меня напрягает. Я не буду даже отрицать этого. Кровожадность хочешь поставить? Если ты хочешь поставить кровожадность... Ага. Видишь, что вытворяет? Просто полюбуйся на него. Так, размозжили. Подожди-ка. Вот так вот я, наверное, сделаю. Красиво? Красиво. Даже очень. Погнали. Даже очень красиво. Что он сейчас будет предпринимать? Перемещать, что ли, его собрался? А, тянет две карты. Уничтожили. Хм. Вот этого можно, в принципе, выставлять. Он будет захиливать. Он будет захиливать. Так. Давай, на всякий случай, так вот сделаю. Опачки. Это же у нас алоэ, да? Алоэзавр. И? Ну, это бесполезно. Это уже бесполезно, ребят. Сейчас будем хиляться. Угу. Всех полностью захилял. Ну и что дальше? 4 хп у тебя остается. Правильно. Правильно это решение сделал. Сдаться. Так, ну что, я выполнил задание или нет? Да. Так, теперь героем-умником. Героем-умником. А кто у нас умник? Картофан, по-моему, у нас умник. Гриб умник и вспышка. По-моему, они у нас умники. А что там еще за задание у нас было? Разыграйте 2 зомби на воде. 2 зомби на воде. У нас, в принципе, бесенок под это идет. Хорошо. У него есть... А кто у него есть? А, ну зомбики мелкие есть, которые можно поставить на воду. Сейчас попробуем отыграть. Блин, зубостизила. Ну вот, например, один зомбик уже есть, вижу, на воде. Так, у нее нету против могил ничего, ребят. Это так, чтобы вы знали. Допустим. Теперь поставим, наверное, вот так. Ну, он уже понял, что на пиратах 43 уровень все-таки, ребят. Опа. Умняга, однако себе.
Будет сейчас вытягивать мне картишки там, да? Мы сейчас сделаем немножко похитрее. Похитрее. А как похитрее лучше сделать? А вот так. Слушай, я надеюсь, у него колотушки нету. Опа. Погнали. Блин, сейчас еще сработает защита. Ё-парсеты. Так, заморозку получили. Сейчас захомячат его. Или добор. Ага, 4 здоровья. Всем восстанавливает, понял. Так, ребята, следующее, погнали. Можно заморозку сделать, да? Можно. И, пожалуй, я сделаю заморозочку. Ты смотри-ка. Поехали. Ну, естественно, это ему вытащил. Ты понял сам, кто, да? Окей. Ну что, дальше? Куры есть у нас. У нас есть куры. Сделаем так. Сделаем вот так. И пока все. Заморозка плачет по этому чудику. Что будем делать, ребята? Замораживать? Или бомбить? Это ладно, мы пробьем. Наверное, заморозку. Вот сюда. Уч. Поехали. Пам-пам-парам-пам-пам. Что дальше делаем? Сделаем вот так. Вот так, наверное. Наверное, сделаем. И вот так. Ага. Карту взял. Ну, допустим. Так, кого откидываем-то, ребят? Наверное, вот этого чудила, да, выкидываем? Или вот этого? Я вот этого, наверное, выкинем отсюда. Чтобы нам не мешался. Поехали. Что дальше? Ребята, что дальше делаем? Эх, это я даже пока не соображу, если честно. Давай вот так вот. Ну, допустим. Опять? Нахапал доборов? Ладно. Все зомби на земле получают, я понял. И чё? И чё?
Так, тут пробивать хочет, да, я смотрю. Чудило-то этот. Так, 7, 8, 9. Ну, давай вот так вот сделаю. Шиш с ним. Поехали. Пум-пум-пум-пум-пум. Так-с. Мне пока поставить, как ты понимаешь, нечего. Алоэ? Ты смотри-ка, а? Так, он захомячит с наименьшим здоровьем, ведь так? Именно, да? Поехали. Защита срабатывает. Съедает с наименьшим здоровьем. Это, наверное, вот этого. 4 в лицо же надо зарядить ему. Да-да-да-да-да. Но я буду надеяться, что сработает защита. Окей. Сработала защита. Теперь ставим вот так. И все, ему кранты, ребят. Да? Да. Если бы защита не сработала, конечно, мы тут проиграли бы. Ага. Слушай, значит... А, так мне растением умником надо разыграть. Ну что, давай еще разочек тогда. Еще протейку сыграем. Единственное, знаешь, что я не понимаю? Почему у меня нету этого наперстника, который наперстки играет? Вот с ним очень хорошо прокачивать пиратов. Опачки. Опа-на. А с этой девчулей ты не забалуешь. Да, зеленая тень знает себе цену. Ну, понятно, что у меня нет первого хода. Сейчас он на центральную... А, вот. На орехах. Ребята, на орехах он будет играть. Что не есть хорошо. Что вообще не есть хорошо. Давай вот сюда, наверное, поставим. Посмотрим на горошину, есть она у него или нету. Че задумался? Че задумался? М? Тратить горошину или нет? Упс. И рикошет. Твою налево, ты прикинь? Оказался рикошет. У него оказался рикошет. Давай сделаю вот так вот. Посмотрим. И я надеюсь, что у бесенка, когда его будут пробивать... О, как. Но это не то, блин, что я хотел. Это совсем не то, что я хотел. Ha ha ha!
Но будет он свой грошин потратить или нет? Бонус. Ты понял, что у него? У него бонус оказался, ребят. Что-то как-то у меня игра тут не задалась, будем честны. Просто не задалась. Опа-на. А вот это хорошая картишка, ребята. Два и два, четыре. Рикошет делает, да? Пум-пум-пум-пум-пум. Блин, два в лицо так не хочется получать. Так не хочется, ребята, два в лицо получать. Кто бы знал. Поехали. Серьезно, блин. Ну что ты там сидишь, еще думаешь что-то, блин. Зарядить тебе или нет? Ну вот она и защита сработала. Давай сюда поставим, так уж и быть. Поставим так и вот так. Ох, сейчас пропишет, я чувствую, да? Как ты мне, блин, дурак, а? Фига ты там плодишь их. Заморозочку делает. Карту тягает, по-моему, да? Да. А что он вот здесь вот заморозил? Я не понимаю, почему он вот этого не заморозил? А, потому что он... Все, я понял. Еще спрячем его, наверное, да? Поехали. Ой, давай смотреть. Ты серьезно? Два в лицо, да? Я офигею, ребята. Это надо так сдуться было, а? Но зато разыграли два зомби на воде. Так, а теперь выиграйте игру растением героем-умником. Умником. Может, бабах умник у нас? Посмотрите, хоть у него что за... Давай сыграем за бабаха разочек. Но бабах, по-моему, не умник все-таки, а вроде бы как стражник. Сейчас опять посыпется в комментариях. Вот, сколько лет играешь, и все, не можешь запомнить. Не могу, ребята, запомнить. Не могу. Столько игр у меня в голове, и в каждой все запомнишь, блин. Это сложно. Я думаю о другом. Как бы победить и не проиграть. Ну, блин, с профессором, конечно, да. Не очень мне нравится. Ну это что такое-то? Ёпперс, это 4-3. Нормально, блин. Начинается. Так, под танцовщиков двух. Вот я тебе говорю, как вот не задастся вот рука. И все, ребята, хоть ты сто, хоть падай.
На танцорах 100% будет сейчас играть. Так бы он не выкидывал бы их. Смотри, смотри, как специально делает, да? Ну давай я так поставлю. Поставлю. Потрачу на тебе свою драгоценную горячку. Защита с работой. Просто я хотел ландшафт поставить, но раз он его влепил сюда. Ну, крахмал дали. Вот смотри, интересно, у него сейчас ландшафт. У него, наверное, будет проскок, скорее всего, ребят. Да ладно. Не оказалось у него ландшафта. Ну и слава богу. Что он может сделать? Да дофига, если честно, может что сделать. Давай вот так поставим. Сейчас будет бомбить. Шаманство двух способностей. Эх, бабах, жалко, у тебя нету хилочки. У тебя нет хилочки. Это очень плохо. А если я сделаю, например, так и вот так? Еще шаманство. Так, опять курабойщик, что ли, я так понимаю. Знакомые нотки. Ага. Не стал почему-то вот здесь вот ландшафт менять. Я себе вот так сделаю. Опа-на. И вот так. Я думаю, что он уже понял, да? Ему нужно вот этот орех уничтожить. И он сейчас думает, как бы его бомбануть. Он решил сделать вот так. Это большая, большущая его ошибка. Да, он уничтожит крахмал. Но он же сейчас получает столько урона. Защита у него сработала. Ты понимаешь, у него сработала защита. Заменяет. Какой-то ерундой занимается. Он что, вообще не понимает, что... Че он творит? Ну, все? Если не здоровье себе установишь. Слушай-ка, а знаешь, что мне интересно? Почему у него сработала защита? Друзья, почему у него сработала защита? А, во. Там видел? Я думал, как так интересно. Вот что он творит? Ну, этого хмыря мы уничтожим, понятное дело. Гуляй, Вася. Вот представь себе. Хотя я, наверное, зря так сделал. Вдруг у него бомба. Нет, он у него не бомба, он размещает бесенка. Да. Сейчас посмотрим. Тыдыч. Вот и посмотрели. Так, бабах, ты у нас умник был или не умник? Покажи мне, пожалуйста. Нет, друзья мои, бабах у нас не умник. Умник, значит, все-таки... Ночной колпак. Так, сейчас посмотрим, посмотрим все.
Может быть. Да, я даже не знаю, как тут. Гриб. Рикошеты есть у меня? У меня здесь нет рикошетов. Вот что я заметил. Тогда, наверное, вот это убираем все. И ставим рикошет. Вот этот вот. Ну что, посмотрим. Попробуем. Ну, колпак точно умник. Он должен быть, ребята, умником. Твою налево, но против этого-то... Не очень удачный вариант. Попробуем так сыграть. Эть, и не там поставил, где надо, да? Молодец. Ладно, поехали. Я думал, что хотя бы сюда встанет один, но нет. Он не встал. Я не знаю, что он там мудрит. Но я вот сделаю вот таким вот образом. Пират. Сейчас он еще этих дурачков двух вызовет. Будет вообще шикарно. Так и есть, ребят. Встаньте вот сюда, пожалуйста, на эту линию. Не надо на воду вставать. Все-таки встал на воду. Это плохо. Он сейчас будет их прокачивать, ребят. Все, короче, на смарку пошло. Все пошло на смарку. Ну давай сделаем так. И вот так. Надо было, блин, наоборот, вот этого ставить, а потом сверху этого. Логично, ребят? Конечно, логично, блин. Это вот опять сейчас прокачает. Вот в чем проблема-то. Нет, тут не вариант. Ну, не вариант, друзья мои, здесь. Воевать 2 и 4 в лицо, сам понимаешь, да? Блин, кто у нас еще-то умник, кроме колпака-то, а? Я не знаю. Серьезно. Да нет, ребят, я даже играть не буду. Сразу сдамся. Сам видишь, тут бесполезно. Кто у нас умник, а? Может, зеленая тень? Зеленая тень, ты у нас умник, а? Какая-то интересная у тебя колода, давай попробуем. Так, это у нас заморозка. Бери вот этого, пожалуйста. Ну, давай.
Заморозка опаснее чем? Что замораживает землю, да? Если мы будем с вами вставляться на воде или на поверхности, на возвышенности, то должно быть все хорошо. Тюк, плевок такой в лицо, на тебе, типа. На животных? Нет, не на животных. Плевок сейчас, тюк. Очередной. Очередной плевок в лицо. Ну этот еще... Что же ты сделаешь? Я не знаю, что он сделает. А, перемещает. К чему он там радуется, я не знаю, ребят. К чему он радуется-то? Что, сюда поставишь? Вот такой вот малышок тут появился. Сделаем заморозочку. Да и хорош, наверное. Безумие. Он, друзья, поставил безумие. Че, выкидывать его придется или как? Да? Ты наивный парень. Иди отсюда. Чтоб духу твоего здесь больше не было. Ну ты посмотри, а, что у него тут. Защита должна сработать, ребят. Должна сработать у нас защита. Угу. Я думаю, что, наверное, нет смысла, да? Ну что, теперь уже пора действительно... Действительно, нам пора. Поехали. Тан-тан-таран-тан-тан. Кого бомбанем? Вот этого, наверное. Ну что, он сейчас сделает заморозку на земле? Должен, по идее, сделать. Да, заморозка всех растений на земле. Так. Думай, думай. Нет, этого пугала ты зря сюда поставил. Это пугало здесь вообще не нужно. Сделаем. Поехали. Да иди ты. Все, ребят. Итак, по итогу это умник или нет? Да, да, друзья, это был у нас умник. Ну что же. На этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!